Успели эвакуировать сегодня около 9 утра. Пожар в квартире на 8 этаже дома номер 1 на проспекте Пролетарском повредил 3 квартиры. В одной из них находились 3 человека. К счастью, возгорание удалось быстро ликвидировать, а людей вывести на улицу. В их числе оказалась 1,5-годовалая девочка. По одной из версий, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Точный вердикт вынесут следователи. Пострадавших жильцов квартиры на 9 этаже осмотрели врачи скорой помощи. К счастью, кроме испуга и стресса, никаких травм никто из них не получил. Но у нас кухня сильно загорелась, где-то с утра начал дымить их сильно. Все, и мы, ну я не знаю, получается, проворонили, и уже выходить, и уже не вариант. Открыли окно. И открыли подъезд, в подъезде уже, ну, с ребенком, тем более. Сам бы я еще вышел, а с ребенком нет никак. По нашим данным, квартира, в которой произошло возгорание, сдается. Там уже дважды возникали небольшие пожары. Однако ЧП подобного масштаба произошло впервые. Происшествие квалифицировано как повышенной сложности. Огонь ликвидировали 7 единиц техники и 28 человек личного состава.